Долгожданное новоселье у спортсменов в Югорске. Двери распахнул многофункциональный универсальный комплекс с различными видами спорта. В современном сооружении одновременно могут заниматься около 400 человек. По масштабам и возможностям это пока единственный в Югре спортивный объект. И один из крупнейших в Уральском федеральном округе. На открытии побывала наша съемочная группа. На первую ступень пьедестала почета участники всероссийских соревнований по спортивной аэробике из города Югорска вставали многократно. За четверть века тренеры вырастили мастеров спорта международного класса. Юноши и девушки входят в состав сборной Югры Уральского федерального округа России. Высоких результатов удалось добиться, несмотря на то, что спортивной аэробикой приходилось заниматься в приспособленных помещениях. С 1994 года у нас этот вид спорта стал развиваться. Ждали 25 лет. Чемпионов растили в коридоры, около туалета и в залах 5 на 5. А сейчас королевские условия. Открытие комплекса в течение 10 лет с большим нетерпением ждали футболисты, дзюдоисты, тяжелоатлеты, гимнасты, боксеры. Занятия и тренировки проходили в школах, в залах для физкультуры в разных районах Югорска. Арендовали помещения у предприятий. В новом здании на 18 тысяч квадратных метров появилось возможность развивать новые виды спорта. В помещениях одновременно могут находиться 390 человек. В связи с сводом вот этого объекта у нас добавляется еще, значит, будет развиваться плавание, будет развиваться бильярд, будет развиваться настольный теннис, рукопашный бой, пулевая стрельба, стрельба из лука. Центр югорского спорта – это сооружение, где можно заниматься спортом и проводить семейный досуг. Аквапарк, три бассейна, гидромассажные ванны. В здании современная вентиляция, система пожарной безопасности, созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями в здоровье. Полностью доступная среда для маломобильных граждан обеспечена. Обеспечены все пандусы. 36 туалетов и душевых кабинок только для маломобильных людей. Оборудованы все по современным требованиям с поручнями. В универсальном зале для игровых видов спорта за ходом игры любимых команд смогут наблюдать 1500 болельщиков. На базе центра намерены проводить окружные всероссийские соревнования по 18 видам спорта. Татьяна Герт, Николай Чащин, Вести, Югория, город Югорск.